От мала до велика. Вручную выковав памятные монетки, президент Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин закинули их на память в новый фонтан, который в отчине железнодорожников забил только после специального сигнала. Прошу аплодисментами. Поаплодируйте, Аля. Много раз нам придется обращаться в правительство, но Марат Хуснуллинович, я думаю, ну, аплодисменты слабенькие были, наверное. Поддержка тоже будет такая. Хотел бы всех вас поздравить с Днем города, с Днем республики, со столетием ТАССР. Ветераны прекрасно помнят, каким был прежний дворец, в котором они и сами занимались, и на приезжих звезд смотрели. Вот с 61 года я ходил даже художественным самодеятельностью, занимался хором. Концерты ходили, в библиотеку ходили, выставки были. Тут уже очень много мероприятий проходило, но, конечно, надеемся сейчас на еще на лучшее. А лучшее и произошло. Тут и арт-пространство, студия раннего развития, коворкинг, обновленный многофункциональный зал и даже юные кинорежиссеры. Специально для вас мы хотим показать наш замечательный фильм. Мы очень надеемся, что он вам понравится. Мы старались. Когда вы станете знаменитыми, мы скажем, что мы постоянно вместе с вами. Вы не забудьте. А в 16 часов на площади перед ДК начался праздничный концерт. Хороший повод отметить День Республики, ну и завершение этого жаркого лета. Марсель Бекбаев, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».